Как всех, нас тоже. Мы собрали вас, пригласили сюда по торжественному поводу, по радостному. Да, мы хотим от имени президента России, правительства Российской Федерации, упрощения Автолаза и от себя лично поздравить вас с наступающей 63-й годовщиной Великой Победы. Опять вам большое спасибо за то, что вы для нас сделали. Значит, пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья, семейного благополучия, ну, всего-всего самого хорошего и долгих лет жизни. Чтобы вы еще там радовали нас своим оптимизмом, своим таким молодым задором, потому что вот общаясь уже не первый день вот именно по такому торжественному поводу, вот честно говоря, очень радостно общаться с такими, как вы, людьми, да, потому что люди, несмотря на то, что возраст, там, болезни, но там тяжелые годы прошли, но все равно вот это другие люди, понимаете, вот задор, вот этот настрой такой позитивный, он все равно сохраняется, и дай вам Бог, чтобы он вас не пропадал. Еще раз счастья, здоровья и с наступающим вам Днем Победы. Хочу поздравить, значит, Жилин Леонид Николаевич. Поздравляю вас. Всего самого хорошего. Это вам спасибо. Иван Артемович.